Турции накануне открылся саммит G20, форум представителей 20 ведущих стран мира. В связи с парижскими событиями предприняты беспрецедентные меры безопасности. Борьба с мировым терроризмом и противодействие ИГИЛ стали одними из главных тем, которые обсуждают лидеры Большой Двадцатки. Президент России Владимир Путин уже провел две важные встречи с канцлером Германии и президентом Турции. Однако главным событием саммита, безусловно, стали переговоры российского президента с Бараком Обамой. Встреча с американским президентом вообще не значилась в графике Путина, поэтому лидеры просто выкроили полчаса свободного времени и пообщались в буквальном смысле на ходу. Позже поступили сообщения, что переговоры были очень дружескими и конструктивными. Обсуждались две важнейшие темы – Сирия и Украина. Причем, если стратегические взгляды России и США на эти проблемы совпадают, то до сих пор есть расхождение в тактике решения этих вопросов. Сегодня заключительный день работы саммита. Президентам предстоит принять итоговое коммюнике, где будут отражены все вопросы, которые обсуждались на двадцатке. Это и вопросы экономического сотрудничества, глобального финансирования, безработицы, международного терроризма, беженцев и Сирии.